Вот и закончились этапы спартакиады. Итоги, награды для победителя уже готовы. И мы переходим к самому главному. Это церемония награждения. Это спартакиада среди студенческих отрядов охраны правопорядка города Новосибирска. Впечатления смешанные, ведь отряды у нас совершенно разных специальностей. Все подготовлены по-разному. Впечатления очень прекрасные, потому что развивается чисто патриотическая деятельность человека и чувство благородства и Родины.